Как быстро и вкусно замариновать индейку для шашлыка. Рецепт простой, но очень ароматный. Я взяла индейку, пару килограммов, карри, имбирь, соль, перец, соевый соус, мед и чеснок. Готовим мясные кусочки. Нарезаем те размеры, которые вы любите. Но вы знаете, мясо индейки очень сочное, поэтому можно не мельчить. А еще совсем недавно я приобрела вот такой светильник. Очень интересная модель с подсветкой. В любое время суток выглядит привлекательно. Ну а далее я добавляю чеснок, мелко нарезанный. Солю, перчу. Приправляю карри, имбирем, соевым соусом, метком и все хорошенько перемешиваю. Аромат неимоверный. Ждем пару часов, чтобы шашлык промариновался. И жарим на мангале. У меня он тоже от Хитсад. Кстати, там много чего полезного для дачи и дома. Ну что, приятного аппетита!